We're in Old Town in Quebec. Everyone, look at Mitchell and John. They were going to walk around Quebec. Ooh, in Canada. Yes. This is one of the oldest cities in North America, the first of the settlements. Это один из старейших городов Америки Северной. Почему мы решили сюда съездить? Квебек входит ЮНЕСКО Heritage. И здесь имеется самый... Здесь находится стена, то есть город так был построен, осталась до сих пор стена еще с тех времен. Поэтому имеет значение такое очень историческое. Так, ну это просто остатки одного из старых домов. Этот город был основан где-то в 1608 году. И вот его старые стены сохранились до наших дней. Это считается, что эти город один из старых, потому что есть в Мексике еще старые города, которые сохранились с тех времен, когда приезжали новые жители в поисках новой жизни со Старого Света. И вот стена оставшаяся, считаю, она где-то длится 4,5 километра. И это единственная стена Северной Америки, которая вот сохранилась еще с тех времен и до нашего времени. Okay, so we in Quebec, in Old Town. This is one of the oldest towns of the settlements in North America. Only few of the older ones are in Mexico, but in Quebec it's the only city with the old wall which survived. It's only one in the whole North America, which survived until our days. So we're gonna find it, and now it's a UNESCO heritage site, Quebec Old City. Конечно, самое главное, одна из таких достопримечательностей, это такой вот замок обалденный. Это гостиница, замок Квебека. Так, строилась она, по-моему, в 1800 каком-то там году. Так же, как гостиница для железнодорожной компании, для богатых туристов. Теперь это такой замок, главная достопримечательность. Очень красиво. Конечно, для Нового Света такое здание, такой европейский замок, это очень здорово. So this is the... the hotel which was built for a railway company and promoting the tourism for rich people, and it was, I think, built about 1890 or something, and it looks like a castle, and it's really beautiful and amazing for kind of like construction like this for New World. This looks like a European castle, really. Вот, смотрите, как красиво здесь. Look at this beautiful view. И у всех рождественские елки, насколько мы поняли, я не знаю, их то ли бесплатно дают, потому что они лежат у каждого дома. So you can see there's a Christmas trees next to each house, and I think it's all Christmas trees are all free. Maybe, I don't know. I can't say 100%. But they just lying down there. Like here, you can see. Like this. So, it must be free. Because it's mostly at every house you can see it. And offices. I'm sure it's not free, but... Okay. Whew! Мы добрались до верха! We are on the top! Здесь видно этот замок Виска. You can see this castle so close. Very pretty. Woo.
Сейчас пойду посмотрю, какой у нас красивый открывается вид отсюда. Также. Well, let's see what the view we have from here. Hey, всем привет из Квебека! Hi everyone from Quebec! Quebec City! It's winter here! Нынче зима наступила в Квебеке. Yeah! Winter! Вот. Можно видом полюбоваться. Can enjoy beautiful views. It's a bit overcasted today though. And snowy. Сегодня немножечко не повезло с погодой. У нас все в тучках и падает снег. Немножко снега. Не знаю, видно вот или нет. I don't know if you can see it or not. Might be just a bit of reflection. Не знаю, видно. Отсвечивает это. Это как раз вот они эти и есть старые стены. Мы как бы вот здесь внизу можно что-то увидеть. So we is like the old walls is a St. Louis Fort. Some in underneath. Вид, some views in here, can see something. Так, мы поднимаемся 310 ступенек вверх. Okay, we are walking 310 stairs up the hill. Всего лишь полпути. We only made halfway. Or is now half. И все для того, чтобы полюбоваться на красивый вид сверху. And this is all for to enjoy the beautiful views. From the top.
продолжаем гулять по Квебеку. We continue to walk around Quebec. Такой городок интересный, very interesting town. Очень похож реально на европейский город. Very like European really city town it looks. It gives you the feeling of old Europe. I quite like this, actually, town. Мне Квебек очень нравится. Здесь не ветрено, как ни странно. And it's not very windy in here, which is a bit strange. I would presume it should be windy too, because everywhere where we went in Canada it was really windy. Везде, где мы не были в Канаде, во всех городках, практически везде было ветрено и очень холодно. Здесь тоже как бы холодно, но нет такого сильного ветра, как ни странно. Красиво украшена опять одна из витрин к Рождеству. Мы спустились немножко вниз, да, очень здесь красиво. So come down a bit here, it's so pretty in this area, in the street. Смотрите, как красиво все. Такой маленький городок. Улочка вот эта очень симпатичная. This is very pretty, this little street. Little old houses and Christmas trees around. Старые домики, рождественские елочки.